Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Продолжаем читать введение к Шримад Бхагавадгите, как оно есть, Шрила Прабхупады. Итак, что же дальше Шрила Прабхупада пишет о Бхагавадгите? И какое будет заключение, но наверное, сегодня еще мы не придем к заключению. Но описываются очень важные моменты, прежде чем сделать вывод. Нужно быть уверенным, что все убеждены. Есть уже основания, аргументы для вывода. Нельзя принимать решения просто путем голосования. Такого уровня. То есть кто-то против, кто-то сомневается, и принимается решение на основании большинства. Но это в мире политики неизбежно, но в философском смысле, в духовном нет. Неприемлемо. Здесь необходимо образование. Мы не спрашиваем вывода у людей, которые не получили образование. В процессе обучения человек находится, должен получить твердую основу знания. Он должен быть убежденным, образованным. Затем мы вместе придем к выводу. Таким образом устанавливается единое мнение и мир при помощи развития знания. Итак, что же Прабхупада дальше пишет в комментарии? Прежде всего он писал, что Бхагавадгиту нужно понять, находясь в определенном умонастроении. То есть нужно быть дух Бхагавадгиты, прежде чем получить знания оттуда. Это дух смирения, дух признания, что источник этого знания божественный. Это божественная песня, песня Бога, так и переводится. И рассказчик Кришна, где он говорит Ваясадева описывает Санджая, его называет Шри Бхагаван Увача, когда он начинает говорить. То его обозначает таким образом. Шри Бхагаван, Шри Божественный. Бхагаван, обладатель всего. Так обозначает его Санджая. Это еще не полный аргумент, потому что Прабхупада объясняет, что многих великих людей также иногда называют Бхагаваном. В каком-то смысле человек, имеющий семью, имеющий дом, богатство, тоже Бхагаван. Обладатель всей семьи имеется в виду. Какого-то конкретного места тоже он обладатель, да, или есть царь, который обладает государством, страной целой, или миром, император, тоже иногда говорят Бхагаван, потому что он всем этим обладает, в определенных границах его обладания, это тоже может быть применено к очень могущественной личности, или к полубогу, также говорят Бхагаван, Брама иногда тоже говорят Бхагаван, Шива тоже Бхагаван, но и Кришна также Бхагаван. Но какой категории принадлежит Кришна в Бхагаване? Как его понять? Арджуна спрашивает об этом, кто ты, как тебе понять, как о тебе думать, о непостижимой. То есть он не может его отнести ни к разряду полубогов, ни обычных людей. Почему? Потому что классификация в этом мире живых существ происходит на основании выполняемых обязанностей. Если вы директор, вас будут понимать как директор, если вы несете обязанности директора, имеете способности. Если вы можете служить государству, предлагать свои проекты, выполнять, вас назовут царем, вас определяют таким образом. Ну а если вы не имеете никаких обязанностей, тогда спросят, а кто ты? У тебя нет никаких обязанностей, а как тогда тебя называть? У тебя есть отец и мать? Нет. Да, правда. А документы есть? Нет. А имя у тебя есть? Имен миллионы. Тогда как же быть в этом случае? Если вы сталкиваетесь с безграничной природой и хотите как-то ее обозначить, вы будете растеряны. И вот Арджуна, когда видит вселенскую форму, безграничное проявление Кришны, он именно так и спрашивает, кто же ты?
так множество всего, он видит безграничное разнообразие форм, исходящих из Кришны, так где же ты, и кто же ты, и как тебя называть, и как о тебе думать, я сбит с толку совершенно, совершенно сбит с толку в этих энергиях, где же ты, кто ты. И Кришна объясняет, как о нем думать, как называть, источник всего, он сам не имеет источника, это в Бхагавад-гите описывается философски, что все имеет источник обязательно, но он нет сварат. Сварат означает независимый, самодостаточный, источника нет. Это понятие обычно обозначается Бог абстрактно. Бог – это абстрактное понятие, не конкретное. Говорим, да, Бог есть. А кто такой Бог конкретно? Просто Бог, но я не знаю, как его обозначить. Кто же он, как тебя зовут, как о тебе думать, никто не знает. Поэтому эти вопросы задаются у Бхагавад-гиты, и на них есть ответы. Когда говорит источник всего в знании, полное знание, то ответы есть. Очень часто Кришна использует в этих стихах гиты «Ахам» слово «Я». Верховная Личность Бога, «Я» говорит о себе. И «Сарва». Очень часто вы встретите слово «Сарва» в многих стихах. «Сарва» означает «все». «Ахам сарвасья» – «Рабаво». Три слова всего. Смотрите, как все коротко и ясно. От Бога звучит, никакой запутанности нет. Ахам, я, сарвасья, все, прабаво, хозяин. Он не говорит, хозяин Арджуна, или хозяин Индии, или хозяин России, или хозяин Омска, хозяин всего. Всех энергий. То есть здесь, как минимум, вселенские понятия нужно иметь, чтобы как-то понять Бога. Поэтому, когда люди говорят, почему Бог не русский, а индусский, мы должны понять, ахам сарвасья прабаво, ответ на это. Он источник индусов, источник русских. Интересно, да, он тоже русских, видите, источник, и даже источник Омска. Источник каждого из нас. Но он источник невидимый, поддерживающая сила. Сейчас мы понимаем, как поддерживающий силу. Но изначальный источник всего он. И господин всего этого. Мата сарвам правартате. Опять сарва, опять. Все покоится, говорит, во мне. Всем управляю. Я этим всем обладаю, и всем управляю. Сарва тхарман паритяджа. Опять сарва. Тхарма. Религии, пути отбрось. Иди ко мне. Ты будешь по защите. Кем бы ты ни был. Чем бы ты ни занимался. Стоит точно только на мне. И вот здесь речь идет именно об этом. Мир, простирающийся за пределами материального неба, называют санатаной, вечной духовной обителью. То есть есть материальное небо, не вечное, не сад, а сад называют. И есть сад, санатана, полное слово, санат, вечный, духовное небо. Мы видим, что в материальном мире нет ничего вечного. Все сущее в назначенный срок появляется на свет, растет, существует в течение некоторого времени, производит побочный продукт, увядает и в конце концов погибает. Таков закон материального мира, действие которого распространяется на все, будь то наше тело, какой-нибудь плод или что угодно другое. Однако за пределами этого бренного мира находится другой мир, о котором рассказывают священные писания. Этот мир имеет иную природу и является санатаной, вечным. То есть, что такое священные писания? Почему, собственно, называются священные писания? Почему, например, математика не называется священным писанием? Или физика, или химия? Священные, наверное, пишут. Про священные писания? Нет, про священные писания пишутся какие-то священные вещи описать. Да-да, вот что это за священные вещи? Если это своды знаний, то почему не называют математику священным писанием? Что же правда? 2 × 2 = 4. Истина. Если это знание об истине, то должно быть Священное Писание. Нет, Священное Писание описывает мир вечности. Вот это и есть святое. То есть постоянство. Если здесь временность, это не святое. То постоянство святое, например, в материальном смысле непонятно, это все же остается. А вот в духовном смысле очень понятно. Например, брак освященный и неосвященный. Есть разница? Неосвященный брак, он не постоянен, не требует постоянства. А освященный требует постоянства. Вот в этом разница. Это называется санатана дхарма. Вот так она проявляется здесь, в постоянстве.
А под влиянием материи человек пытается всегда действовать асад, непостоянно. То одно, то другое, то третье. Вот он такой капризный, как бы, неустойчивый, на него нельзя положиться, нет дхармы, нет основы. Вот эта дхарма, санатана дхарма, означает устойчивая основа. И в духовном мире все совершается точно во времени. Это удивительно. Вот здесь время представляет только Верховного Господа. Мы знаем, как время, но точно требует от нас. Впустил шанс, все, время ушло. Убил время, убил себя, называется. С временем спорить бессмысленно. Приходит время, мы должны это сделать. Не сделали, потеряли. Очень большая ответственность. А если ты в жизни не прожил должным образом, вот в это время отведенное, потерял напрасно жизнь, все, идет. Мимо пройдет. Это представитель Бога время. Значит, в духовном мире, санатана, область санатана, там все происходит точно во время, там ни одно мгновение не тратится впустую. Так его определяют мудрецы в священных писаниях. Вот что такое постоянство. Каждое мгновение человек занят совершенствованием своих способностей духовных и материальных. Это проявление санатана дхармы в служении Богу. Возможно совершенствоваться только в служении Богу. В служении человеку нельзя совершенствоваться до какого-то высокого уровня. Лишь до уровня вкусов объекта поклониться. Так. Лишь до уровня вкусов. Но у Бога вкусы безграничны. И поэтому процесс этого служения развития бесконечный. А служение человеку ограничено. Если вы служите коммунистам, вы дойдете только до коммунистической концепции. До идеалистической вы не сможете дойти. Не подниметесь выше. Если вы служите идеалистам, вы то не подниметесь на трансцендентный уровень. Если вы служите трансценденталистам, вы подниметесь на все эти платформы еще и выше. Если вы служите Богу, ваша деятельность, ваше творчество будет бесконечность. Все. Без границ не будет и конца этому развитию. Это называется санатана дхарма. И суть его, что время не тратится понапрасну. Например, вот божества, служение божествам именно отражает этот принцип. Очень точно вовремя пуджари должен поднять божества. Точно вовремя должен сделать все необходимые там церемонии, омовения, одеть, мангаларати, потом приветствие божеств еще нужно украшать. И точно вовремя должно быть начато приветствие божеств. И точно вовремя хор должна предлагаться каждое утро и каждый полдень. И точно вовремя укладываться спать. Это самое главное в служении. Вот именно действует в соответствии с согласием с верением. Тогда это становится ценным. Например, в свое время дерево дают фрукты. Но они ценны только в определенное время года. Это от времени зависит. Когда фрукт только появляется, он еще не имеет особой пользы, он еще зеленый. Когда перезрел, тоже уже им пользоваться не очень-то полезно. А вот именно вовремя это делается. Также и травы, и растения, другими целебные свойства, это знают мастера. Определенное время, и даже определенное время суток их нужно снять, и определенным образом во времени это все вот сделать, чтобы это было полезным оставалось, важным, сильным. Итак, время – фактор могущества. И здесь мы учимся жить по законам духовного мира, именно мы делаем все циклично и вовремя. Каждое утро мы должны заниматься медитацией. В нем необходимо работать определенное количество времени. И нужно прерваться и снова вступить в отношения, чтобы вспомнить Бога, уснуть мирно, чтобы снова проснуться, сделать каждый день, без выходных. Выходных нет в духовном мире. Вы видели, что в духовном мире был выходной? Сегодня Ишода не готовит. Пастушки сегодня не играют. Все утомились от Кришны уже за неделю. Отдыхают от чистого, любовного, приятного служения. Нет там никаких выходных. Здесь в материальном мире эти выходные необходимы, потому что есть настойчивое желание проводить время по собственному усмотрению. Это дается раз или два в неделю, возможность такая человеку. Немного. Или в отпуск. Раз в год. На неделю. Там делай, что хочешь, в рамках, конечно, закона какого-то человеческого. Но ты вот свободен, можешь спать больше, чем обычно. Можешь мантру не повторять 16 кругов, правда же? Можешь принципы там не соблюдать. Люди летают туда и едут, собственно, что принципы не соблюдают. Они принципы соблюдают только за рулем или на работе на ответственной. А уже если они идут в отпуск, там они принципы не соблюдают. Каждый день нарушают регулирующие принципы. Интоксикация у них там, отношения какие угодно и все остальное. То есть отдых, как таковой, под понятие человеческом,
это просто нарушение законов бытия. То есть действия по прихотям, потребностям тела. То есть это означает то, что контролировать чувства — это работа для обусловленного души, бремя. И иногда ему нужен какой-то отдых. Брахмачари, который учится с детства до 20-25 лет, он еще нуждается в таком вот времени, в пустом времени провождения иногда. Посидеть просто в прострации вот так вот. О чем думаешь? Ни о чем. Что делаешь? Ничего, сижу просто. То есть для него это как бы естественная потребность для человека, который еще не научился сосредотачиваться на саната, на дхарме, на вечных принципах. Для него это трудно еще. Ему нужно такое некое такое расслабление, прострация и некоторый такой тамас. Вот в этом тамасе он чувствует себя как-то свободным, кажется ему. А с течением времени, когда человек становится сильнее, и в этом необходимости не будет. Таких вот расслаблениях, прострациях. Даже во сне человек продолжает преданное служение. Когда-то очень давно один духовный человек спросил меня, когда я начал проповедовать уже. А ты, говорит, во сне проповедуешь? Я удивился, говорю, ну вообще-то бывает иногда. Иногда я, да, какие-то там вещи говорю во сне, замечаю это. Редко. Он говорит, а я постоянно. Как только отложусь, глаз закрываю, и проповедь начинается. Я, говорит, обычно утром на Бхагаватам говорю то, что во сне происходило. Вот так происходит. Со временем все мы научимся такому преданному служению, спонтанному. Это будет для нас и отдых одновременно, и работа, и расслабление, и внимание, все в одном. Как Прабхупада сказал, что сознание Кришны — это система отдыха на самом деле. Сами посудите. Поете, устали, сядьте, посидите, послушайте лекцию. Устали, проголодались, поешьте просаду. Наелись, пойдите на харинам, погуляйте. Ну и так далее. То есть вот такая смена обстоятельств, она как система отдыха рассматривается ачарьями. И преданные так и живут в сознании Кришны, а они не думают, что они как-то работают, что им нужен выходной, какой-то отдых от сознания Кришны. Нет. Нет необходимости в этом никакого. И все делается точно, отлажно, в то же самое время. Об этом Кришна говорит в Бхагавад-гите. Если вы просто отрегулируете сон и еду, страдания уменьшатся на 90%. Обычно страдания, беспокойство, там, болезни, ну всякое разное. Также взаимоотношения зависят от этого. Как мы отрегулируем сон и еду. Вот некоторый режим необходим, цикличность. И тело будет здоровее, ум спокойнее, деятельность сосредоточеннее. То есть мы много-много избежим неприятностей таким. Просто отрегулировав во времени свою деятельность. Если все делать вовремя. Жениться вовремя. Замуж выходить вовремя. Детей рожать вовремя. Обедать, завтракать вовремя. Поэтому Кришна говорит, вот мне вот в это время давай завтрак. А в это время вот обед. И мы зависим же от Кришны. И в это время потом, когда он принял просад, мы принимаем остатки пищи. В это время очень четко все получается. Наши связаны с Богом. Видите? А если без Бога, если на место Бога поставить здоровье, тоже врач, доктор скажет, что надо бы вовремя есть. И вот ту пищу вот эту не есть, потому что она вредна для печени. У нас обратный процесс. Кришна говорит, какую пищу предлагать, какую не предлагать. И в этом уже вся медицина, вся аюрведа. То есть не нужно изучать аюрведу, если вы служите Кришне. Ну, можно для людей, это можно, но вам это уже нет необходимости. Если вы служите Кришне, если вы знаете, как он питается, его вкусы, то вам, собственно, не нужны другие знания, особенно глубоко. Автоматически вы будете здоровы, будете вовремя, если это будет здоровая именно пища, потому что Кришна не ест ни мясо, ни рыбу, ни яиц. Антисекация не принимает. Отсюда наши принципы, от него. На Вайкунтхе этого нет. Почему? Потому что интоксикация, на самом деле, земная интоксикация, это отражение экстаза духовного мира. Сильно искаженный. Они хотят экстаз. Счастье. Вот они думают, что, наверное, вот этот эликсир счастья вот поможет мне. Однажды Господь Чайтанья Нитьянанда, они попали в гости, когда они шли, по-моему, в Шантипур. Один саньяси встретил их. Саньяси был немножко странный, он был женатый. Он сказал, вот я тут живу, у меня здесь дом, приходите ко мне в гости, я вас приглашаю, все души, он так очень любезно, с открытым сердцем, что они пошли к нему в дом, и сели, и он стал их кормить просадом. А потом спросил, а не хотите кое-что для счастья? Чуть-чуть. Счастье испытать.
Представьте, Господь, читайте, надо в таком экстазе божествен. Я предлагаю тебе немножко выделить. Я, Господь, читайте, даже сначала не понял, о чем говорит этот человек. Что ты для счастья предлагаешь, что он имеет в виду? Антинада сразу понял. И Господь Читания был как бы обескуражен, а Антинада рисковал этому хозяину. Ты на него не обращай внимания. Он ничего не понимает в счастье. Вот ты меня лучше спросил, я понимаю. А Вадхута он такой экстатичный, Вадхута. Иногда, иногда Господь Баларам пьет хмельной напиток, знаете? В Воронеже. Ну, в благости. Я скажу, как делать потом. Только для Омска я скажу, больше никому не представляете. В общем, берете йогурт. Это тракийское молоко, йогурт. И мед. И смешиваете это все. Где-то один к одному примерно. А потом пьете. Нет, предлагаете сначала Баларами, а потом пьете. Вы опьянеете в благости. Это тоже интоксикация, но в благости. Это не нарушение регулирующих принципов. Но это опьянение просветляющее, другого рода, то есть другой гуны совсем. Также человек опьяняется, когда его прославляют. Заметили? Он такой счастливый становится. Какое-то вещество попадает ему в кровь откуда-то. Из самого себя, когда прославляют. Он становится счастливый. А сильно пьянеет, когда получает большие деньги. Уже пьяный становится. Сильно пьянеет, когда приближается к противоположному полу тоже. Сильно пьянеет человек. Теряет как бы здравый смысл. Вот есть такие моменты, где описываются, какие виды опьянения существуют. А интоксикация не на самом последнем месте. И говорится, что если человек опьяненный тем или иным способом становится слишком разговорчивый, то это шудра. Вот его там прославили немножко, он давай говорит, там все равно трибуну хочет подняться, говорить хочет, это шудра. А если он опьяненный сразу ложится спать, то благость. Значит, если вас сильно прославляют, то должны зевать и... Однажды Господь Читания у себя находился в хижине Джаганнатха Пури. А преданные решили сделать киртан, гауранга киртан. Они не Хари Кришна мантру запели, а стали петь гауранга, джая гауранга, имена Господа Читания. Но они знали, кто это, Верховная Личность Бога. А Господь Читания играл роль преданного, он не принимал прославление в свой адрес. Он слушал, думал, когда же они закончат это петь, начнут петь Хари Кришна, чтобы выйти оттуда и танцевать. Не хотел танцевать под своими, да. Я не дождался и пошел лег спать. Я не пели, а Господь Читания просто спал, отключился. Вот это, говорит, цивилизованная реакция. Когда человек опьяненный, какой-то славы, он просто ложится спать. А нет цивилизованный, хочет наслаждаться этим опьянением. А на самом деле, это опьянение исходит из высшего источника. Тоже он источник этих вкусов, рас, Кришна Расарадж описывается. Бог именно и является источником всех высших вкусов. И более того, он сам является высшим вкусом. Поэтому все блаженное, счастливое, наилучшее, блестящее, яркое, талантливое, сильное, все исходит из него. Богатство, все остальные достояния, Бхагава. Он всем этим обладает, и он находится в состоянии высочайшего блаженства при этом. Вот это называется санатана дхарма. Если мы будем так вот упорядоченно служить Кришне, мы тоже почувствуем вот это высочайшее блаженство, счастье. Нам не нужно будет заботиться о каком-то опьянении регулярном, чтобы снять стрессы, потому что достаточно просто воспевать киртан, чтобы почувствовать экстатическое блаженство. Итак, за пределами этого мира есть вечный мир. Санатана Дхамма. Верховный Господь, Его духовный обитель и живые существа относятся к категории санатаны. И когда Верховный Господь и живые существа общаются друг с другом, вечные обители, это высшее совершенство жизни. Господь Кришна очень добр ко всем живым существам, потому что все они Его дети. Бхагавад-гите Он провозглашает «Сарва Йонишу, Агам Биджа Прадапита, Я Отец всех живых существ». Разумеется, на свете великое множество живых существ, и у каждого своя карма. Однако Господь говорит, что Он является Отцом всех. Поэтому Господь нисходит на землю, чтобы призывать к себе все падшие восхваленные души и привести их в вечную духовную обитель, где вечные живые существа смогут вернуться на свое вечное место и вечно общаться с Господом.
Господь либо не сходит на землю сам в различных воплощениях, либо посылает сюда своих доверенных слуг, которые приходят, как его сыновья, спутники или ачарьи, чтобы освободить обусловленные души. Следовательно, понятие санатана дхармы не относится к какой-то религиозной секте. Вот здесь Прабхупада говорит интересную вещь. Не думайте, что это религия. Санатана дхарма – это не религия. Сейчас пойдет разъяснение этого момента. Этим словом называют вечную деятельность вечных живых существ во взаимоотношениях с вечным Верховным Господом. Если я вечная душа, то какова моя вечная деятельность? Вот это называется санатана дхарма. Временная деятельность называется по-другому. Упадхарма. Например, профессия. Временная обязанность. Семья тоже временная обязанность. Все время. А если я вечная душа, то в чем же моя вечная обязанность, вечная деятельность? Вот в этом различие. Просто обычной религии и санатана дхармы. Санатана дхармы, как уже говорилось, называют вечные обязанности живого существа. Объясняя значение слова санатаны, Шипадра Мануджачарья говорил, что санатана – это то, что не имеет ни начала, ни конца. Санатана – вечность, ни начала, ни конца не имеет. То есть кем-то мы с вами были в прошлом, кем-то мы с вами являемся сейчас, и кем-то останемся в будущем. Кем же мы такие являемся неизменными? Кто же в нас? Что же в нас такое неизменное? Поэтому, когда мы говорим о санатана дхарме, то, опираясь на авторитет Шрипада Рамануджачарьи, должны исходить из того, что у него нет ни начала, ни конца. Значение слова «религия» несколько отличается от понятия санатана дхармы. Послушайте немножко. Не уставайте, это важный момент. Слово «религия» несет в себе идею веры. А веру, как известно, можно изменить. Согласны? Вера может измениться. Мы наблюдаем это множество раз. Кто-то из нас сегодня может верить в один путь, а завтра перестать верить в него и начать верить во что-то другое. Между тем, санатана дхармы называют деятельность, которую невозможно поменять. Невозможно. Даже при желании. Собственно, и желания такого никогда не будет. Желание тоже это неизменный образ. Сейчас разберемся с этим. Прабхупада объяснит. К примеру, у воды нельзя отнять то, что она жидкая. Хороший пример. Это ее природа. Если отнимете ее жидкое состояние, то уже не вода, правда же? Все, вы уже не назовете ее водой. Вода означает жидкая. Так же, как тепло нельзя отделить от огня. Аналогичным образом, у вечного живого существа нельзя отнять его вечную деятельность. Например, я могу родиться в Америке. Я буду думать, что я американец. Потом я умираю, рождаюсь в России, я начинаю думать, что я русский. Видите, я могу менять убеждения, национальность, язык, культуру, время также, пребывание. Воплощался когда-то в прошлом очень давно, и сейчас воплощаюсь. Я мог принимать какую-то религию в прошлом, потом мог принимать другую религию в другом государстве. Менять, все это можно менять. Это все меняется, естественно. Но у вечного живого существа нельзя отнять его вечную деятельность. Поэтому, говоря о санатана дхарме, мы должны, опираясь на авторитет Шрипада Рамануджачарьи, исходить из того, что у него нет ни начала, ни конца. То, что не имеет ни начала, ни конца, не может быть чем-то сектантским, ибо его невозможно ограничить никакими рамками. Те, кто сам являются членами какой-то секты, могут по ошибке считать санатана дхармы сектой. Однако, изучив этот вопрос достаточно глубоко и рассмотрев его с позиции современной науки, мы увидим, что санатана дхарма – это обязанность всех людей в мире, а точнее всех живых существ во Вселенной – обязанность. Так что это за обязанность такая у нас у всех есть? Неотъемлемая, без которой мы вообще не являемся живыми существами. Если я живое существо, душа, то я обязательно имею эту обязанность, эту природу духовную. Что это такое? Служение. Служение. О, как интересно. Все становится ясно. Вот этот принцип служения невозможно оторвать от жизни. Разве мы не ищем объекты, кому служить? Разве не в этом мы находим счастье? Почему сегодня мы делали свадебный обряд? Потому что кто-то хочет служить своей жене, а кто-то хочет служить своему мужу. Это называется любовь.
Санкхарма – это другое ее представление, описание. Как вечная потребность, когда вы любите ее, начинаете служить, потому что не служа, вы не почувствуете счастья. Это природа жизни. Лишь только служа можно почувствовать себя живым существом, полноценным, самодостаточным, счастливым. То есть удовлетворенным. И с другой стороны, если мы никому не хотим служить, и хотим послужить только своим чувствам, что произойдет с нами через короткое время? Отвращение существования. Чем больше удовлетворяю самого себя, тем хуже и хуже мне становится, потому что это противоестественно. Например, видите что-то красивое. Ах, какая природа, думаете. Это секунда, не больше. А затем вы ищете рядом кого-то, с кем можно было поделиться. Представить вам красоту, показать эту красоту. Сразу хотите служить, наверное. Как только видите что-то красивое, гениальное, сверх... Обычно, как человек, хотите сразу делиться этим. Но что же такое красивое, что такое гениальное? Это всегда дар. Дети мне часто дарят рисунки разных ядов. Дети преданы, рисуют Кришну Радхарани, с таким носом Радхарани, солнце светит и все остальное. Там подписано Кришна, буква К в другую сторону. Р тоже в другую сторону, очень пишут, еще не понимают, когда все равно так. Но от ребенка вы это принимаете как в духе счастья. То есть там, может быть, нет такой еще большой художественной ценности, но там есть вот эта вот чистота, это любовь, естественно. Вот и все. Вот что вас удивляет. Поэтому, когда мне что-то красивое, нужно означать, что мы начинаем воспринимать какую-то любовь. Понимание красоты очень важно. Человек, не обладающий никакой любовью, не может видеть ничего красивого. Называется похоть. Не красоту он видит, а что-то другое. Вот сейчас путают эти понятия. Они считают, что голая женщина – это самое красивое произведение культуры. Тут, видите, никакого таланта даже не нужно, нужно просто раздеваться и все. И вы всегда в центре внимания. Нет, это еще не полная красота. Прабхупада сказал другую вещь, что красивая женщина – это беременная женщина. Он говорит, беременная женщина, она красивее, чем не беременная. Все удивились вокруг, правда? Нам казалось наоборот, что беременный какой-то живот очень большой. Но уже не кокетничает и все остальное. А Прабхупада говорит, вот смотрите, какое дерево более красивое. Которое с плодами или которое без плодов? Вот оно нагружено плодами, вот оно красивое становится. Вот такое, знаете, источающее что-то особое. И он говорит, вот есть такие представления красоты. А в Америке все красотой считалось длинные волосы. Поэтому на телевидении Прабхупада спрашивали, а почему бреете голову? Потому что это считалось некрасивым. Отсюда вопрос исходил. Прабхупада сказал, ну, в западной культуре длинные волосы считаются красивыми. У нас, мы не согласны с этим, у нас другое мнение. То есть, санатана дхарма, вот это служение, почему Прабхупада говорит именно о служении, он не говорит о красоте, о любви сейчас, вот в этом комментарии. Он избегает сейчас таких понятий, он говорит именно о служении, потому что из служения исходит любовь, красота и все остальные достояния. И богатство тоже, и знания, и все остальное. Не служа великой личности, человек никогда не обретет знания. Не занимаясь какой-то деятельностью с полной отдачей, он никогда не разбогатеет. То есть, не будучи слугой, он никогда не станет внимательным и чутким. Он никогда не приобретет настоящие ценности. Поэтому слуга, говорится, наилучший из людей, Махабхарати говорится. Что обладает удивительными качествами слуга. Слуга может понимать даже мысли хозяина. Если даже собака это умеет делать, настроена на служение. И что ж такое? Сознание слуги – это умение слушать. Почему человек так любит собаку? Оно умеет слушать его. Он слов не понимает, а догадывается, что хочет человек. Это такие уши, она смотрит нас внимательно. Так в основном делает и слушает, смотрит. Полное внимание такое. И человек сразу любит его. Хотите, чтобы вас любили, вот так же поступайте. То есть, когда мы друг друга видим перед божествами, когда преданные стоят и смотрят с такой преданностью и готовы вот что-то воспринимать,
нас тут приезжает. Вот эта способность. Потом от Кришны, от Адхарани переключается на нас такая способность. Внимательно слушать, внимательно относиться. Это культура. Она исходит от Бога. Из Бога исходит. От него получаем наставление для служения, а служим мы здесь, друг другу, этому обществу, занимаясь деятельностью. То есть принцип служения распространяется повсюду. Мы слуги практически каждого, кого мы встречаем на жизненном пути. Прабхупада сказал, что должен знать свои обязанности даже перед этим муравьем, который ползет по твоей скатерти сейчас. Вот такой санатана дхарма. Вот такое внимание, такая чуткость, такое тонкое восприятие, такое развитое сознание. Но если человек никогда не служил Богу или великим личностям, или духовному учителю, он не может быть чутким. Очень важно научиться понимать духовного учителя, что же он хочет. Если мы будем знать, что хочет Кришна, сначала мы должны понять, что же хочет преданный Кришна. С этими желаниями разобраться. Как это происходит? Опять же, через служение. Однажды Шрила Прабхупада во Вриндаване, в холодное время года, попросил у своего ученика, который лично служил ему, приготовить горячую халаву. Ну, знаете, если похолодание или дождь, то очень хорошо принимать горячую халаву. Она разогревает, в общем, благоприятно в такое время. Прабхупада попросил приготовить горячую халаву. И ученик пошел на кухню, и он знает, что халава делается из манной крупы. Но манной крупы не было. Он подумал, ну пока я буду бегать на рынок, пока буду искать крупу, что тут вообще есть, посмотрим. И он нашел такую вот дробленную сечку. Пшеничную. Пшеничка называется, да, у нас крупа? Не манка, а пшеничка. Не пшенка, а пшеничка. Дробленная пшеница, сечка. Ну, говорит, ну какая разница, одно же тоже, это же все из пшеницы делается. И приготовлю из сечки манную халаву. И приготовил. Так же ее обжарил в масле, изюм, все остальное. И в конце концов сироп с водой, все это сварил. И принес Прабхупаде горячую на тарелке халаву. Прабхупада сразу сказал, что это? Но это не халава, халава из манки делается. Ты никуда не годишься, убирай свою халаву отсюда, левой рукой еще как-то. Значит, вот, ну вот крайнее неудовлетворение, вот левой рукой ты такую делаешь, это значит все, уходи, видите, я хочу. А очень как старался, с такой любовью все делал, и представь, такой раз жест, уходи, все, с этой халавы забирай. У него все оборвалось, сильно расстроился, сел в своей комнате тут параллельной, и стал жаловаться. Там было изображение Гаситанта Сарасвати у него. Это гуру Шрила Прабхупады. Гаситанта Сарасвати. Знаете, вот я вот вынужден к вам обратиться. Вот гуру Махарадж, он такой суровый, вот, знаете, вот за такую мелочь. Просто меня вот так вот раз отмахнул его рукой. А я вот так старался, и столько любви. И, ну, скажите ему в конце концов, что так нельзя. И что удивительно, в конце этой медитации он слышал голос Шрила Прабхупады из комнаты. Его звали Картикея. Картикея! Иди сюда. Шрила Прабхупада. Ну, неси свою халаву. Халава побежала, услышали молитву, все в порядке. Принес халаву Прабхупада, съел, говорит, ну давай еще одну чашку съел. Съел две чашки халавы. То есть мы говорим о том, что это парампара, это неформальность, это на самом деле связь. Если мы с вами обращаемся к божествам, это связь. Возможно, сначала даже односторонняя, потому что мы еще сначала можем многого не понимать. Но он-то понимает, будьте уверены. В этом преимущество. Мы не камню молимся, а Богу молимся. И он это видит откуда угодно. Это функциональное божество. Вот в чем секрет. Он именно для этого здесь, чтобы отвечать. Это функция. Функциональное здесь божество устанавливается. Так все есть Бог. Но это функциональное божество. Поэтому говорит, Бог это свет, это правда. А вот свет это уже не Бог. Это просто свет. А вот здесь вот видите, вот это не камень. И если мы вот так вот служим, обращаемся, мы начинаем чувствовать обмен. Вот эта вот чувствительность называется уже связь. И она передается по парампаре. Вот что такое связь гуру-ученик. Через санатана дхарму, через служение. Служа духовному учителю, я развиваю свой интеллект, свои способности, свою чувствительность и внимание, и все остальные качества. И таким образом начинает понимать, что такое дух, а что такое материя. Потому что желания духовного человека должны быть все духовные. Я служу фактически Богу таким образом. Душа требуется, откладывается душа.
Другой преданный, он заходил часто в комнату Прабхупады, ну, для служения. Тут часто, знаете, вот, зашел, вышел, но этикет таков, что если вы заходите в комнату, то комнате вы должны кланяться, а перед выходом снова поклониться. Если это не ваш духовный тип, то вы раз в день поклонились и хватит, можете заходить сколько угодно. Но если это ваш гуру, то вы должны кланяться всегда, когда заходите, когда выходите. Таков этикет строй. Этот ученик, он так быстро заходил и выходил, что он так кланялся. Так раз, оп, и что? Оп. То есть научился. Но Прабхупада стыл, он говорит, нет. Он говорит, топориком, он говорит, а так не надо. Нужно с полным вниманием, значит, ты не разобьешь сознание Кришны. Это не физические упражнения. Это развитие сознания. Другой ученик, ну, Прабхупада, ну, я не чувствую ничего, когда делаю поклон, у меня нету такого, какого-то почтения к вам, или там, благоговения, я не чувствую, поэтому, может, я не буду кланяться? Потому что у тебя создано же, все верно. Он говорит, нет, ты кланяться, ты же ученик, ты должен кланяться. И кланяясь, ты почувствуешь, должен почувствовать через этот процесс. То есть процесс, есть этикет, как служить вайшнавам разного уровня, для того, чтобы развивать свое сознание Кришны, развить свою душу. Освободить ее от обычных представлений. И постепенно во все эти действия, которые мы делаем сейчас, как правило, в Писании, то есть вкладывается уже внутренняя энергия. То есть это тут любовь, но здесь Прабхупада говорит, это санатана дхарма, вы это будете делать вечно, когда обретете вот свою духовную изначальную позицию любви. Даже Кришна поклоняется своим преданным. Есть Рамешварам, Южная Индия. Рамешварам — это место Господа Шивы. Это величайший преданный, говорится, лучший всех преданных Шива здесь. Вот в этом мире, в котором мы живем, лучше преданного не найти. И что же там произошло в Рамешварам? Там установлена Шива. Лингам с тремя так полосами горизонтальными, то есть три Господа Шиву. Ее установил Рамачандра. Он ее установил и поклонялся собственными руками. Прабхупада в комментариях читаем объясняет, почему же Верховный Господь поклоняется Шиве. Все просто. Говорит, настолько любит Господа Шиву, что поклоняется. Та же самая причина. И в Бхагавата Пуране есть такие стихи, говорит Господь Вишну, что мои преданные в моем сердце, а я в их сердцах. Это взаимно. Это взаимно. Не то, что принимает поклонение и никакой взаимности. Нет, даже если мы не кланяемся ему, он нам все дает. И пищу, и одежду, и все необходимое для исполнения желаний, на что он, чего мы наставим, он обязательно нам предложит это. Прабхупада говорит, и птицы, ни звери не молятся Богу, а все имеют. Не молится о хлебе насущном или о чем-то еще материальном. И так все получают. То есть он испокон века исполняет все желания живых существ. Но в этом мире можно все получить от Бога вот таким косвенным путем, через материальную природу, кроме одного. Любви к Богу мы здесь не получим. Нужно обратиться к Нему самому для этого. Потому что это любовь к Богу непосредственно. Это не любовь к природе. Хотя любовь к природе это тоже любовь к Богу. Но все же есть отличие. Поэтому, если мы хотим на самом деле именно лично с Богом отношения развивать, то нужно обратиться лично. Для этого нужно божество, имя Бога и процесс служения, взаимоотношений. Вот она трубит в раковину. Почему? Означает, что служба закончена. Вот по этой раковине можете на часы смотреть, время проверять иногда. Да, таковы храмы. Например, когда Прабхупада строил храм во Вриндаване, Кришна Баларам, это известный сейчас мировой храм, вот сейчас как раз месяц Картики кончается, там, наверное, миллионы людей. Я не знаю сколько. Толпы круглые сутки они совершают паломничество, никто не спит. Сейчас началась бишмапанчика. Если сюда попадете, вы забудете про сон, про все на свете. Там такая атмосфера духовная, трансцендентная. Прабхупада строил там храм, а там был лес в то время. А сейчас город. Потому что там сейчас чистая преданная служба. В центре этого храма 24-часовое воспевание святого. Не прекращается. Это праздник ежедневный. Но люди сейчас со всего света идут туда, из запада, из востока, откуда угодно, по Вриндавану. Особенно в это время Картика, и особенно последние дни, сегодня начало бишмапанчики, 5 дней поста. И вот там был лес, там не было электричества, там в этом лесу проводили когда-то Игорь Кришна и Баларама в Вриндаване. Этот храм единственный в Вриндаване, который называется Кришна Баларам.
Это центральное божество этого храма для Кришны. Черный мрамор, Баларама с белым мрамором. Перед центром они стояли. И Прабхупада, когда этот храм строил, сказал своим ученикам, теперь вот есть колокол у входа в храм. Вы должны отбивать этот колокол ровно каждый час. Бэм. Если 2 часа, бэм, бэм. Если 3 часа, то 3 раза. Если 5, то 5. Каждый час вы должны звонить в колокол. Вот вам мое наставление. Он очень серьезно сказал ученикам. Ученики подумали, что тут сложно. Раз в час звонить в колокол, нет проблем, Прабхупада. Даже не беспокойтесь. Мы все поняли. Да. Но этой же ночью в 2 часа колокол молчал. Тишина. Ни бэм, ни мы. Все спят 2 часа ночи. А Прабхупада не спит, он книги переводит. Смотрит на часы, берет колокольчик свой, ну что, у слуги на колокольчик реакция, и звонит громко, как у Пуджаты. Слуга проснулся, Прабхупада зовет. Сонный, уставший, боже мой, глухая ночь, тьма, электричества нет, пробрался как-то, пропали. Прабхупада, что случилось, что-то нужно? Собирай совет GBC, он сказал. Это высший управляющий орган ИСКОН. Собирай всех ко мне в комнату сейчас. Есть очень важное дело. А он как сумасшедший пришел, что случилось. Все пропали, все поднимаются, там 2 часа ночи, 1:30 где-то. Все есть переполоха, перепуганные, пришли пропады. Да, мы слушаем, что мы готовы, что делаем. Почему колокол не звонится? А, пропады, это ночь же. Тут никого нет, кроме нас вообще. Тут некому звонить. Знаете, что пропад сказал? Если вы не можете раз в час ударить в колокол, то вообще ничего не можете сделать. О, как важно, оказывается. Он стал объяснять, что такое санатана дхарма. Что означает такая вот ответственность. Что если вы не научены такой ответственности, вы не будете поддерживать храм, вы никогда не сможете внимательно повторять, что из 16 кругов, вы никогда не сможете стабильно соблюдать принципы, ваши браки будут слабыми, ваши дети родятся плохими. То есть все разрушится, потому что мир держится на дхарме. Уберите дхарму, все развалится. Как в природе. Чили должен быть острый, правда же? А если он не острый, разве это чили? Он передумал сегодня. Надо его быть острым, понимаете? Хватит. Все нормальные сладкие, а я острый. Ну что такое? Он завидует кому-то и стал сладким. Его выкинут просто. Он ненужный останется. То есть каждый человек выполняет свои обязанности. В служении Богу мы должны знать, что это называется санатана дхарма. Это нужно делать всю жизнь будет. С полной отдачей. И с тех пор колокол звонит. Вы приезжаете во Вриндаву, ложитесь спать, и ночью бэм, бэм. 2 часа, ага, еще час можно спать. Все вокруг знают, это храм, это время, Кришна. Кришна руководит всем. 3 часа уже все понимают, пора, уже как-то так готовиться к Мангаларати. Но каждый сам знает то время, когда нужно встать, но ориентир. Вот для чего нужно время. Служение Богу. Если же убрать Бога, то ради чего все это делать, скажите? Тогда каждый сам будет решать, когда вставать, когда есть, когда идти на работу, или начальство будет решать. Да? Но тогда очень трудно будет все контролировать. Они же не управляющие, не ишвары. Они же не могут зайти во все сферы нашей жизни и понять нас. Только деньгами и все. И мы, хотя и руководимся деньгами, экономически и политически, но мы остаемся всегда непонятыми и чужими людьми в обществе. Без Бога это так. А с Богом, даже если вы не знаете человека, он идет на Мангаларати, вы прекрасно знаете этого человека, правда же? Это свой. Тут бояться некого, все преданные. Все от Кришны зависит, все в порядке. Это тоже человек, который следует закону Бога, как и я, какая разница. И вкус у него такие же, и просадку любит. И он тоже не разводится, как и я. И будет со своей женой жить 20-30 лет честно. И работать будет честно. Ну что он передан Кришне, Кришна есть, все в порядке. Его не нужно контролировать. Уже автоматически вы понимаете всех вокруг как друзей. Все смотрят как на мать, на чужую женщину, как на мусор, на чужую собственность. И к другим относятся так, как хотели бы, чтобы к ним относились. Вот и все. Это называется санатана дхарма. А что Прабхупада говорит? Да никакая не религиозность, не секта, не какая-то отделенная какая-то часть знания. Это природа каждого живого существа, и не только человека.
Слава служить Кришне, это известная история есть. То, что собаки служат Кришне, это мы уже знаем. В каждом храме есть собаки, которые называют дандаватами. Собака в храме Кришне, это собака дандавата, то есть она всем кланяется прямо так вот, ноги. И лежит стопой в любом бреду. А корми, нет, не кланяется. Она различает, кому кланяется, кому не кланяется. Но слоны, они любят возить божества на спине. Моя поле сейчас, по-моему, есть один слон. Может быть, уже второго купили. Когда-то было два слона, потом один умер, осталась слониха. Был слон один, который каждую неделю возил божества на спине. Они очень любят возить божества. Сильно чувствуют это слон. Вот, кстати, тоже хорошие слуги слоны. Собаки слоны хорошие слуги. Слоны могут выполнять очень сложные строительные работы. И можно объяснить, как работает сообща, допустим, они понимают. Очень внимательные слуги. Этот слон возил божества, и когда состарился, вы решили заменить молодым слоном. Стал. Так вот, наклониться на передние ноги, чтобы божество взять, подняться может трудно. Ну, пора менять все. И пригласили нового молодого слона. Танцует, ему несложно. И вот он наклонился, чтобы взять божества. Этот старик рядом стоял, он этого не вынес. Он догнался, сбил этого слона. И наклонился. Давайте не сюда божество. Как можно поручать неофиту такую важность? У него еще нет даже второй инициации, что ли? Он еще только пранамантру получит, в конце концов. А он божество, видишь какой? Подожди. Ему уступили, но подумали, ну хорошо, надо его увезти, он будет ревновать, он не позволит, пока он здесь. И его увезли подальше куда-то, за пределы. Этот слон сбежал с того места. И неделю продирался через джунгли, через реки, весь пришел худой, голодный, обцарапанный, оборванный и окровавленный где-то. Но вовремя. Сбежал, вонять, видать, и встал, все. Вот так? Я все говорю, не, ну ладно, ну у нас такая вредность, не будем мешать, но пусть служит пока может, в конце концов. Все уступили, все поняли его чувства. Он просто, знаете, ясно отставил свое положение слуги Господа. И интересно не стоит, что этот слон однажды пришел, склонил свои колени, принял божество на спину и оставил тело. Его хоронили с этими почестями, как у всех обычно. Слон прилетел. Где говорится, надана дхарма, это природа каждого живого существа. Не нужно быть каким-то очень великим человеком или даже кем-то, чтобы совершать преданное служение. Просто мы едим просад, мы совершаем преданное служение. Если мы слушаем лекцию, даже еще не понимая смысла, мы уже совершаем преданное служение. Если просто по делам пошли вокруг храма искать что-нибудь, мы уже совершаем преданное служение. Если мы подумали утром, сегодня пойду в храм, и не пошли, все равно совершили преданное. Хотели, потому что. Уже совершили преданность. Что ж тут сложного, скажите? Так вот, Кришна говорит, думай обо мне прежде всего. Не требуется, что ты работал, там, что-то делал сверхъестественное, что-то типа, трудно сразу делать. Время много найти. Думай обо мне, погрузи разум. Вот с этого начни. Не можешь служить Кришне в полную силу, в полное время. Думай об этом. Время отступит, возможность придет. Кришна дает эту возможность. Особенно важно, что он дает возможность видеть его в этом мире. Он сюда спускается специально для своих преданных. Божества приходят для того, чтобы привлечь внимание к себе. Чтобы преданных вырвать из гун материальной природы, он соглашается прийти в каменные формы. И по нашим исчислениям, божества в Омске они будут стоять 10 тысяч лет в ближайшие. Согласно предсказаниям. Свадебная ягля здесь, да, полтора комната первая. Вот надо это отметить. В книге Фуджари отмечать нужно, что первая свадебная ягля, вот такие имена пишите. Перед божествами финальные обеты. Это история. Это уже история божеств. Уже началось служение. Мы уже приходим, даем обеты, обещания, уже получаем благословение, все, процесс начался уже. Это будет очень серьезно. Наши потомки лет через 200-300 будут читать все это. Кто там первый был? Три пары, как вы звали?
Вот фотографии, вот они первые получили здесь, прошли свадебную церемонию. Баладжи ему служит уже несколько миллионов лет каждый день. Южной Индии храм есть. Это самый богатый храм в мире. Там золото и серебро льются рекой в этот храм. Потому что каждый день его посещают 100 тысяч человек. И все народы, как можно больше дать пожертвовать, что Баладжи, он вас озолотит потом. Все это знают. Вот я опять проговорился. Мы были там много раз уже в Баладжи. Мы даже были один раз в Экадыше. Что если вы даете Баладжи пожертвование, он в 1000 раз благодарит. А в Экадыше еще на 1000 умножается. И вот мы однажды были в Экадыше. И все там дают большие пожертвования, там просто огромные такие здания с деньгами. И храманы все, они считают деньги там. Шатры что-то деньги считают. Но они никогда из себя не берут ничего. Не воруют. Это браманы должны быть. Это все деньги Баладжи. Это устраивается для того, чтобы просад раздавать потом. Каждый, кто выходит из храма, бесплатно получает вот такой ладу. Ну там что-то еще выдают разные. Кормят, 100 тысяч человек каждый день кормят. Та же гостиница делает, это целый город предназначен для приема паломников. Гостиница с горячей водой, все очень дешево. Можете поехать туда когда-нибудь увидеть, что это за сказка такая место. 4 миллиона лет каждый день служит божествам. И вот когда вы выходите на финишную прямую, вот когда уже можно видеть божества, ну что в очереди может стоять 8 часов, 6, 4, ну 3, это вам повезло очень. Это скоростная очередь, там есть такие тоннели, знаете, вот такие вот, как вот львов в цирке выводят, да, такие туннели проволочные. Вот такие есть вот ходы, и люди могут проходить ручьями такими. Чтобы божество туда пройти, вот, проход вот, в два раза меньше, чем эти колонны. И огромная, там многотысячная, 100-тысячная толпа должна задней пройти туда. Поэтому много часов вы стоите и поете вместе с индусами. Имя Говинды, Гопала, Кришны, Макирты там пели, кто что. И вот за несколько часов вы в этом ожидании уже такой становитесь духовный, такой трансцендентный, что кроме Кришны его уже ни о ком не думаете. Скорее уже увидите его, время-то подходит. Такая кульминация наступает, и вдруг толпа гудеть начинает, там коридор, там в конце, там Баладжи стоит весь в бриллиантах, в золоте. Рука его благословляет, она другая просит пожертвовать. То есть такой обмен идет. Ты мне, я тебе. И глаза у него закрыты, означает, что о чем угодно можете просить. Он не смотрит, кто пришел, праведник, святой, ему все равно. Там есть целая история об этом, почему он такой Баладжи. Поэтому его любят все, и там и материалисты, и духовные, все балом идут туда, чтобы получить благословение. И получаете просто шок, когда видите вот это божество. И вот мы стоим в этой очереди, нам еще нужно вот где-то час. Мы видим в этой очереди вокруг храма, еще нужно пройти вот такое расстояние. А здесь люди уже вышли из храма, и такие, знаете, такие танцующие, такие гуляющие, такие улыбающиеся, такие свободные. И нас смотрят, мы такие все там, в этой очереди ждем, эти часы, когда же мы пойдем дальше. Они проходят мимо, показывают нам. Все будет очень хорошо. Только увидите, и все. Секунды достаточно, больше даже секунды, и все. Все очищается, а вы освобождаетесь от усталости, тоже освобождаетесь, забываете, какие были трудности в дороге. Все очищается. Такое могущество, но нужно служить регулярно божествам. Тогда эти благословения будут очень могущественные. На самом деле все это работает при уровне ответственности. Это называется санатана дхарма. Держится на сознании, я есть слуга, и у нас нет больше никаких проблем, чтобы быть занятым в служении Богу. Это моя природа. Служа другим, я получаю счастье. Только таким образом могу быть счастлив. Частичка всегда служит целому. Это Прабхупада объясняет, что такое санатана дхарма. Не путайте с религией или с чем-то еще. Это наше вечное, неотъемлемое свойство природы. Хари Кришна. Какие у вас вопросы, пожалуйста? Вне чакр, вне времени, что это духовный звук, что он
А скажите, пожалуйста, а зачем-то нам вставать в 4 или в 5 утра? А когда можно выспаться до 9, а до 10? И силами, кстати, как вот дать вот жабку. Зачем вот именно вот этот, а подъем он ранний? А мантра же наш не гунщик. Мантра вне гун, но мы-то в гунах. И становится нам труднее мантру повторять, чем из радости или из благости. Мантра трансцендентна, а вот мы нет. Но постепенно все изменится. Мантра проникнет через какое-то время. У нас будет больше энергии, больше сил духовной, чтобы подниматься утром. И оставаться бодрым, не уставшим. Вкус будет меняться. Когда человек засыпает, когда вкуса жизни не чувствует, он засыпает. Становится таким апатичным или как автомат действует. Это сонное состояние. Невнимательный, не замечает многого в людях, тоже ошибается часто, ссорится. Знаешь, вкуса жизни. Но когда есть вкус жизни, он становится сильным, устойчивым, стабильным. Вот подвижным в служении, не устает. Вкус жизни приводит. Мантра даст постепенно этот вкус, который поможет нам подниматься утром, освежать свои обязанности и не уставать при этом. То есть тело может уставать, но ум и желание не устают. Желание только усиливается служить. Тело может уставать, но это не проблема. Уставшему быть всегда радостно. Поэтому все же тренируйте тело, чтобы утром вставать, поскольку это сатва, время сатва гуны. Нужно привыкнуть к этой гуне, к этому вкусу, испытать этот вкус ранних. Прабхупада сказал, что джапа в брахма-мухурту в 2 с лишним раза могучнее, чем в другое время. Можно вопрос о парампаре. Парампара подразумевает, когда они говорят, что это личностная передача знаний была от учителя к ученику, или все-таки через писание, на каких-то этапах это было? Три момента. Гуру, садху, шастры. Так знание передается. Но гуру необходим. Са гуру эвабхигачет. Это утверждение говорит, что гуру необходим. Чтобы получить импульс в сердце к преданному служению, необходимо встретить преданного. То есть точность передачи знаний от тысячи лет. 5000 лет прошло, что они не меняются, после чего это достигается? Точность передачи знаний достигается через сердце, связь в сердце. Через связь в сердце. Это самое точное передание знаний. Даже своими словами, даже не на санскрите. То есть мы получаем знания в определенном настроении, так скажем. И сердце в сердце именно. Вот этот процесс гарантирует, что искажений не будет. Поэтому Прабхупада смело писал книги, на разные языки переводили, хотя есть всегда какие-то недочеты перевода, обязательно будут и на русском, и на французском, и на германском, всегда будет недочет. Но он знает, что сердце в сердце точно послание. Он говорил так, что когда вы спешите, пишите телеграмму, то можете слишком много там ошибок или сокращений допускать. Но получивший телеграмму, на это не обратит внимания. Он поймет послание. Хорошо, что убегает. В этом есть тоже свой плюс. Когда он убегает и снова возвращается, он так и получает опыт, знания. Сравнение все познается. Для начинающего это очень важно. Как одна женщина пришла в сознание Кришны в Киргизии. Она встретила нас как гостей. Она уже как бы уважала преданных, в то время нам дом предоставила для преданных своих. Весь дом отдала преданным на Исакуле. А у них еще один был дом. И там они встречали своих гостей. То есть здесь преданные живут, которые готовят прасад, каждое утро у них киртан, бхагавата.
А там, значит, режут барана, ну и так далее. Там так гостей принимают, разные традиции. Вот она ходит, заходит к нам, и туда тоже гостями. И к нам тоже, значит, два тумана. Две группы гостей, она их навещает. И она рассказывала, что я до этого момента, говорит, плохо понимала вообще еще сознание Кришны. А вот в этом моменте, говорит, я поняла, вот тут вот, благодаря этой разнице. Как гигантская разница, ведь придешь в эту атмосферу одно, там, Боже мой, совсем другое. И вот так каждый день, и за это время она поняла гораздо больше, чем за все предыдущее время. Поэтому ум убегает, но там он удовлетворен. И снова сюда, он убегает сюда, и в конце концов догадывается, лучше не будем бегать. Лучше слушать Хари Кришна мантру. То есть идея в том, вы замечаете, что он убегает, все, значит, все, процесс правильный. Возвращайте его обратно. Он снова побежит в другую сторону. И снова обратно. Вот так с ним работайте. Куда пошел? Сидите здесь. Так вот вам придется с ним работать. Скажите, пожалуйста, всем преданным говорят, что они обладатели особенных качеств, поскольку ну, это редкое живое существо, имеет разум такой, обрести преданное служение. А какие отношения должны быть у учеников одного гуру? Есть ли какой-либо мистический момент в том, что они стали приняли одного гуру? Мистический момент заключается в том, что они ближе будут друг к другу. Как духовные братья и сестры одного духовного учителя, они будут ближе в этом настроении находиться. Что это означает? Что они будут способны давать друг другу прямые наставления без церемоний. Это называется семейная культура. Там нужно говорить, извините, пожалуйста, может мне так, конечно, кажется, я не совсем уверен, но вот мне бы хотелось, не обидитесь ли вы, если я это скажу и прочее, прочее. Это не требуется. Близких отношений. Духовные братья и сестры, они общаются ближе. Кришна заботится о пуджаре и как он наказывает, если они совершают оскорбление? Ну, как время... заботится и как наказывает? Да. Один пуджари в Швеции нам эту историю рассказали. Там вся панчитата, там большой алтарь очень. И он там был незаменимый долгое время. Лет 5. Представьте, как он уставал иногда. Говорит, было время, когда я спал, говорит, за неделю всего несколько часов. Такой бертюрин был. И однажды вечером он пришел в алтарь, чтобы предложить вечернюю фогу. Там молоко, по-моему. Это быстро делается. Предлагается молоко, там буквально садится в угол, в алтаре Гаятри повторяет, а потом уже вносит. Вот. Сел повторять Гаятри и уснул. Все пришли на Магаларти утром. Значит, в алтаре свет и тишина. Вот уже 4.30. Должен быть и пуджари, затрубить рог, тишина. Там свет горит, все как бы нормально. Вот уже минута, другая, третья, уже все опаздывает. Что ж такое происходит? Ничего не слышно. Там был духовный человек, он взял так вот штопку так вот. И видит, что он сидит со шнуром. Повторяет для этой мантры. Не надо беспокоить, потому что Гаятри повторит, и уже 5, еще там 7, 8, уже все Гаятри можно повторить. И снова он так вот сидит и повторяет. Оказывается, он с утра сидел. Всю ночь, то есть с вечера, всю ночь и до утра. Он даже не понял, потом, когда проснулся, он не понял. Просто взял молоко, унес и спокойно. Решил бы разоспать положить, он думал, что это вечер. Кришна так устроил, что он выспался все-таки. Прямо у него в алтаре. Я не говорю, что это нужно делать, но так, наверное, случается. Сам Кришна мне правила предписали, что он может что угодно делать. Ну а что, он единственный был пуджари, ничего не было. Негде было заменить. Просто выспался таким образом. Кришна дал возможность отдохнуть. Такая история была. А вот кроме этого, реакции разные могут наступать.
например, преданный в Майяпуре один служил на Симхадеву и боялся всегда его. Потому что он его укладывал спать, уже это ночь, темно, и он все эти фитили тушил, гасил на ночь. И в страхе всегда выходил. Вот так, на Симхадеву. Еще при свете страшно, в темноте вообще. В общем, он боялся. Значит, на раз он так ушел, в страхе лег спать неподалеку, там, где все пуджари ложатся. И во сне пришел на Симхадев. И громовым голосом сначала схватил его за горло, вот так вот папа прижал. И громовым голосом: ты почему меня боишься? Почему меня боишься? Ты же мой преданный! Он проснулся, выскочил, как сумасшедший, побежал к алтарю и дандават. Преданные услышали, что там шум какой-то от него, проснулись, что случилось? Он рассказал эту историю, меня на Симхадеве схватил за шею и сказал: не бойся, ты мой преданный. И на шее были отпечатки пальцев преданные. После этого, говорит, я не испытываю никакого страха больше. Ничего вообще не боюсь. Что-то, говорит, случилось. Перестал всего бояться. История, видимо, невидима, но никогда не был пуджарием сам. Я никогда не выполнял такого служения. Я только проповедую все. Но я слышу, конечно, многие вещи. Также на божествах иногда... А, это мне рассказала жена. Она сказала, что одежды каким-то образом на них изнашиваются. Я говорю: как изнашиваются? Одежда на божество? Да. Я говорю: сам посмотри. Он показал мне старую одежду, все протертые, там вот такие дырочки, знаете, и новая одежда. Как они изнашиваются, никто не знает. Но вас еще не износили. Когда Мачачи предлагает Господу читание просад, каждый день ему готовит. Он же принял саньясу, ушел, она ему все время готовит. Говорит: Нимай любил это, он любил это. И она ему носит эти блюда, предлагает все, что он любит. И она уже пожилая, Мачачи. Она ставит тарелку, выйдет. Господь читает, съедал все. Всегда съедает в этом доме все, что Шачи Мата предлагает ему. Отполировывает просто тарелку. Она изучается: ай, опять я забыла положить, берет тарелку. Она даже не догадывается. Она думает, что забыла положить снова. Таким образом, не пуджари, а вот преданные общины могут развивать взаимоотношения с Кришной. Что значит, ну, с божествами, с Радхагавиндой, и что значит развивать отношения с ним? Развивать отношения с божествами? Например, например, у вас есть намахаты, есть община, есть малые группы в этой общине, что у вас больше и больше уже, есть малые группы. И вы хорошо знаете друг друга, там особые отношения, обучение и так далее. Служение. Вот. Я слышал, что у вас 12 таких групп малых. В Омске. 12 месяцев в году. Раз в месяц каждую группу может приходить в храм и делать генеральную уборку, вы исчезли. Все. И вы будете поддерживать свои отношения непосредственно с божествами. Прабхупада сказал, что когда вы чистите периферналии, или убираете алтарь или комнату, вы очищаете свое сердце таким образом. Всегда будете чувствовать связь с ними постоянно. Попробуйте, если кто еще не пробовал. Попросите префернали после службы почистить. Вот здесь же садятся обычно и трут их там до блеска. И останется кто не могут. А если все префернали заняты, и алтарь всегда чистый? Всегда чистый. Однажды, я не раньше сам рассказал эту историю, он жил в храме в Бостоне. И ему сказал: президент, вот эти стены нужно помыть. Говорит: так они же не грязные. Говорит: они не должны быть грязные, это ведь не твои стены, а стены Кришны мой. Всегда есть Господь Читания сначала пролил хлорохран Гундича из воды из Ганги, проливав тряпками, там вениками. А потом брал соломинку и по углам еще, между плитами. Там описывается процесс очищения сердца точно такой же. Сначала то общий мусор выносит, потом все тоньше, 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 и там работа более скрупулезная идет.
И вот когда с такой любовью храм поддерживается, атмосфера возникает такая, что ну, человек заходит сюда и чувствует Вайкунха. Бхакти-лока. Сразу хочет что-то сделать. Предлагает бескорыстную помощь. Или пожертвование. Автоматически. Так, теперь киртан немножко, да? Кто споет? Я буду петь. Таня Чандра Чаран Махарадж ки! Yeah!